У меня немножко юбочка, по-моему, великовато, ребята. Да? Ну давай посмотрим. Игорь, Игорь. Так, смотрите. Игорь, ты где? Я красивая? Ну что тебе сказать? Красиво. А что это? По-моему, это красиво. Канал Херобрина. О боже, аж страшно стало, но что самое главное, вы тут сможете найти крутые постройки в Майнкрафте, также пародии на различные игры, персонажей и многое другое. Поэтому что ты ждешь? Заходи и подписывайся, ссылочка будет в описании. Короче, Игорёк, сейчас Женечка заходит, мы такие дружно все роем там, с днем рождения, там Женечка всякая фигня, знает, у неё же день рождения сегодня. Всё? Подарок, просрал подарок. Подарок у меня, вот тут у рука. Всё, давай, ждём. Дверь закроем, чтобы... Давай спрячемся вот. Привет, идет, Тамара. Идет. Тихо. Слышу. Тихо. Ура, Женечка! С днём рождения, Женечка. Спасибо. Короче, Женечка, мы тут решили всем нашим дружным коллективом скинуть тебе на подарочек. Ну вот такая небольшая сумма, держи. Да, я вот еще вот эту. Да, там 5000 долларов? Да. Ну, ребят, вот. Спасибо. Деньги, это, конечно, хорошо, но, знаете, вот я больше лайки люблю. А вот лайки будут? Будут лайки? Мне кажется, будут. Даже сколько? 5000 лайков будут. Еще 5000 скинем. Да, конечно. Надеюсь, лайки будут. Точно будут, отвечаю. Много лайков будет. Хорошо, а мне еще нужно, чтобы мне вот комментировали мои записи, вот, да, вот, и говорили, что вот с днем рождения. Это будет? Ну, я надеюсь, что будут писать с днем рождения, там будут. Да. Все же любят день рождения, поэтому мы всех друзей наших попросим, они тебе там зафлудят в комментариях, что там с днем рождения, всякое такое, да? Да. Ну, вот, тогда спасибо. Мне очень приятно. А что я буду делать с этими 5000 долларов? Это купон. Это купон. Но мы так с Игорем подумали, мы уже тебя 3 месяца видим в одной и той же юбочке, поэтому, ну, не обижайся, ты как-то скудно одеваешься. Может, сходим в шопинг? Тебе не нравится моя юбочка? Ну, Игорь, отважь меня. Все, пойдем. Это просто, она надоела нам. Да, давай, пошли. Не обижайся. Куда мы пойдем? Мы идем в портал. 100% портал нам подготовил что-то новое. Торговый центр, наверное. Мы идем в туалет, не варите мне. Так, ну что, я готова. Все. Игорь, отчет. До вас. 3. Ну что, Женечка, вот мы пришли, торговый центр, магазин одежды. А что это торговый центр такой? Это красивый большой торговый центр. Да, вот. У меня в деревне такого нету. Ну вот, а у нас есть в городе. Так, магазин, идем. А я вот хотел здесь спросить, вот такой вопрос у меня такой возник. А откуда у вас 5000 долларов? Мы барыжили, знаешь, чем? Чем? Людьми. Игорёк шутит. Так мы же всей группой скинулись, мы же тебе горели. Да. Ну, спасибо. Надо еще Ярику Лапи там и всем остальным. Да, всем да. Группе, да. Ой, тут написано магазин одежды, второй этаж. Ну вот. Вперед, ура. Я сейчас буду модная. Так, нам, видимо, сюда, здесь лестница, подниматься на второй этаж. Второй этаж. О, вот, наверное, тут. Магазин одежды. Какофония. Какофония. А вы уверены, что это нормальный магазин? Да, конечно. Шкафы продадут. По названию уже все понятно. Давай. Ну ладно. Ой, ну не бейте меня. Манекены. Так, мы с Игорюшей будем советовать тебе, что покупать. Хорошо, мне вот этот нравится. Так. Это на меня. Такое, знаешь, солидного мужчины. О, мне кажется, ты будешь красивой в это. Вот смотри, какое прям. Вот. Даже не знаю, как описать. Вот, смотри. Прям. Да, сразу с париком идет. Так, прям мешок такой там. А может, что-нибудь еще посмотрим? Ну, не знаю. Мне вот это тут нравится, вот тут это тут красиво. Смотри, Женечка. Костюм коровы прям с намеком будет. Видишь? С намеком. Ну ладно, давайте костюм коровы, так костюм коровы, что я беру. Давай. Что, я иду, я примерочную. А где примерочная? Привет, жируха корова. Вот тут где-то. Не, ну хорошо, я захожу примерочную. А нам с Игорем не помочь тебе там? Не, спасибо. Я сама справлюсь. А ну, иди отсюда. Игорь. Я голая, не посмотривайте. Смотри. Так. Смотри, тут дырочки. Ну что, вы готовы видеть самый красивый? Игорь, пока не спойлер. Бежим, садись. Вы готовы? Да. Давай. Смотрите на меня. Нифига. Ну, немного лицо скрывает, но так, в принципе, ничего. Это не совсем твое, мне надо померить что-то другое.
Ну вам не нравится? Ну, я вот некрасивая. Ну слишком лицо скрывает, у тебя же личка красивая, поэтому давай что-то другое. Ладно, я посмотрю на другое, так. А, подожди, а что взять-то? А, ну так, Игорь, давай совет. Значит, мне кажется, вот это вот будет как раз, это типа штурмовик. Я хочу юбочку новую, мне моя розовая не нравится. Опять юбочку. А может деловой костюм попробуешь? Я вот вам не тут не агент. Твой костюм сделан специально для меня, для маленького солидного. Я хочу юбочку, посоветуй мне тебе голубенькую юбочку или желтенькую. Так видно будет. Не-не-не-не-не, мне кажется, голубенькую подойдет к твоей маске. Вот, на лице. Маски, ну ладно, хорошо. А мне вот это нравится, смотри. Так, все, дайте я примерю. Так, уйди отсюда. Да! Подсматривай, не подсматривай. Так, Игорь, я шапочку стыбзил никому только, давай. Мне немножко юбочка, по-моему, великовата, ребята. Да, ну давай посмотрим, Игорь. Так, смотрите. Игорь, ты где? Я красивая? Ну что тебе сказать? Красиво. А что это? По-моему, это красиво. Да. А может спросим, может другой размер есть какой-то? Потому я на что-то девайске, посмотрите. Мне кажется, да, немножко не тот размер. Я некрасивая, опять вы меня обижаете, Не-не-не, это же магазин для взрослых, ты еще маленькая. Давай что-то другое. Ну, блин. Давай вот тут это, вот мне нравится парик здесь. Парик? Парик, ну да. Ладно, вот хорошо, прям, давайте прям вот это. Модно. Хорошо, тогда подождите, я сейчас переоденусь, посмотрим. Так, ням-ням-ням. Дырочки. Ага, так, ну что, готовы? Сейчас. А, ну иди отсюда. Игорь, ты где? Ну как я вам? Я доделаю план отход. Как я вам? Я ничего не вижу, помогите. Мешковато. Я ничего не вижу, помогите, где вы? Мне кажется, что это не совсем то, что нам нужно. Не-не-не, это больше зимняя одежда какая-то. Если давай что-то другое. Ой, не, что-то ты похожа на работника, знаете, который вокзал, вагон разгружает. Завода пуховиков, что-то такое, ладно. Ну, Женечка, давай попробуем вот это, деловой костюм. Ты самая деловая будешь в садике. Ладно, хорошо, деловая. Я пошла переодеваться. Не смотри, посмотри. Не-не-не, конечно. Я пойду в другую примерочную, да. Не заходите ко мне, пожалуйста. Я... Сорвалось. Твою мать. Что такое? Да, не-не-не-не-не-не-не-не, ничего. Уйдите отсюда. Да мы вообще, мы в другой примерочной. Тут... Уйдите. Женя. Переодеваемся, не трогай нас. Ты не ломай. Тут наши мужские дела, давай. Ладно, все, я переодеваюсь. Так. Я переоделась. Сейчас. Я готов. Так, ну ладно, я выхожу. Да. Во, уже получше. Как тебе, Игорь? Мне идут очки, смотрите. Вообще прям такая. Кажется, она в этом костюме немного похожа на мальчика. Подожди, а может вот к этому костюму добавить корону? Мне кажется, это немножко не то. Не знаю, честно, не знаю. Ну давай еще вот это попробуем, Женечка. Еще вот этот костюм. Надо попробовать вот это, да. Будешь как Винни-Пух, желтая, короче. Ну ладно, хорошо, давайте я попробую. Так. Куда? Нихрена себе ты умный, Игорь. Это Игорь, да? Я нашла, короче, Так, а вот мы тут свое примеряем. Так. О! О! Я нашла новую юбочку, вот, синенькая, как вам? О, вот это вот мне нравится. Вот это дело, да. Мне кажется, надо брать вот это вот как раз, да? Да, мне кажется, прикольно. Не-не-не, одень ту шапку. Один вот туда. Вот! Всю красоту твою показывает. Прикольно. А вот смотри, Женечка, что я еще нашел, может вот это померить. Там на стенде было. На стенде было? Ну ладно. А юбочку такую оставить? Да, оставь, да, конечно. Хорошо. Так, а где? Так, ага. Что, мне я переоделась. Я прям переоделась. Ну такое. А мы даже не заметили. Нифига себе, ну такое. Мне кажется, предыдущий был получше. А смотрите, у меня такая прям это, какие-то у меня штучки на руках. Это что такое? Браслетики. Это браслетики? Да, это браслетики. Мне нравится вот это, в принципе. Ну тогда. Ну, пойдем оплачивать. Да, мне кажется, вот это. А я, может, вот это себе куплю. Не знаю. Посмотри. Вот так вот, да? Вот так вот. Я понял. Как, Женечка, мне идет? Немного мешковато. А у меня что, небо такое пошло, ну дай. А ну на пример. Пойдемте домой, сколько можно здесь торчать? Дай ей вот это, пускай она померит. Примерю и пойдем. Так, где? Вот. Раскидал. Давай. Так, принимай. Так.
Ой, я еще туфельки себе желтенькие нашла, смотрите, ну как я вам? По-моему, идеально. Да. Нет, мне нравится больше всего вот этот костюм. Неплохо, неплохо. Так, все, мне нравится этот, я иду оплачивать. Да, да, давай. Так, нужно вот это все выкинуть, нет, это все не надо. Вот это вот все вот это. На кассе, на кассе выкинешь, давай. А, вот так вот здесь все выкину, мне вот это не надо, все. Так, вот так, все. А, так, ну что, я кому оплачивать, так, купон. Вот, вот кидай ему просто и все. Так, все, все, я могу идти. Пошли, пошли, да. Ура, ура, давайте обратно в портал. Сейчас надо показать всем в детском садике новый прикид Женечки. А, какая. Да, заценим. Заценим там прикид всем. Так. Женечка, Женечка, все. Вы готовы? Да. Три! Так. Женечка красавица. Давай быстрее заценим. Заценим твой прикид в нашей группе. Давай, давай, давай. Всем детском саду. Пацаны, пацаны, смотри, смотри, как вы ее приодели. Женечка, входи. Ну смотрите на меня, где мои аплодисменты? Мне как-то не всем понравилось. Да не, нормально, нормально. Ну что, Женечка, ну, в принципе, с днем рождения еще раз, да, Игорек? Спасибо, спасибо. С днем рождения. Мне кажется, если вам понравился этот прикид, то надо поставить лайк всем. Да, а если не понравился, то палец вверх, мне кажется, да? Да, еще можете в комментариях написать вот хэштег Женя красивая. Вот если будет много хэштегов, то Женя красивая. Да, да. Вот. Женя вообще модница. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем пока. Всем пока, ребят.